6 очков в двух турах. Ювентус уверенно начал новый сезон Лиги чемпионов. После гостевой победы над Валенсией команда Массимилиано Аллегри легко и без сверхусилий смогла обыграть дома чемпиона Швейцарии Янг Бойз, который еще не потерял ни одного очка в своем национальном первенстве. Героем матча стал Пауло Дибала, которому дышалось на поле ощутимо легче при отсутствии Криштиану Роналду, который пропускал матч из-за дисквалификации. Сегодня аргентинский форвард забил 3 гола, мог и больше. А ведь в предыдущих 6 сыгранных матчах сезона у него был всего один забитый мяч. Ювентус начал матч очень активно и добился поставленной цели, забил быстрый гол. Бонуччи выдал шикарный пас через пол поля, Дибала легко оторвался от Али и в одно касание поразил ворота фон Бальмоса. На 33-й минуте Дибала сделал дубль. Перед этим аргентинец неудачно замкнул пас Бернардески, но в этот раз, выскочив на добивание после удара Матюиди, был точен 2-0. Во втором тайме Дибале вновь понадобилось испортить момент, прежде чем оформить хэт-трик, удар в штангу, но затем он все же удачно открылся на прострел Куадрадо. Таким образом, Ювентус разгромил Янг Бойз без Криштиану на своем поле и набирает 6 очков.